Всем добрый день! Вы на канале Татьяны Егоровой «Птичий дворик». У меня очень часто спрашивают, сколько весит яичко перепелиное. Вот смотрите, на весах 0. Вот такие яички тоже бывают. 22 грамма. И вот яичко 21 грамм. Ну, 20. Такое бывает не всегда. Такие яички бывают обычно, когда молодые перепелки только-только начинают разноситься. В среднем обычно яйцо 16 грамм, 18 грамм. Причем у нас были разные породы. Были манжурские, были техасские белые, были... Забыла. Фениксы, по-моему. Сейчас у нас фениксы. Вот все равно в среднем яйцо... 16, 17, 18 грамм. Вот эти, скорее всего, будут двухжелтковые. Вот такие вот крупные яйца. Так что вот я не знаю, с чем это связано. Говорят, у крупных пород перепелок яйцо крупнее. Я не заметила, чтобы яйцо было крупнее. Ну вот сейчас, к сожалению, не могу вам показать другие яички. Они у меня в кастрюльке варятся. Я там... Было 42 яичка, вот я их поставила сварить на салатик. Так что вот в среднем 17 грамм, 18 яйцо. И вот такие крупненькие могут быть в самом начале, когда перепелка только начинает нестись. Но это как даже у обычных кур. У нас когда легорны начинают разноситься, молодки, у них тоже бывает двухжелковые крупные яйца. Все, товарищ. Всем удачи.